так. Nokia 820. Nokia Lumia 820. Младшая из представленных сегодня моделей. Имеет процессор Qualcomm Snapdragon S4. Частотой 1,4 ГГц двухъядерный. Такой же, как и во флагманской модели. Камера 8 мегапикселей Carl Zeiss. 8 гигабайт встроенной памяти. И возможности расширения памяти карточками microSD до 32 гигабайт. Также 7 гигабайт памяти SkyDrive. Давайте покажем ее со всех сторон. Вот она. Вот такая вот наша камера. В отличие от флагманского аппарата, он имеет съемные панели, то есть корпус не является монолитным. Соответственно, пользователь может подобрать себе панель по своему вкусу. Также имеются панели с функцией беспроводной зарядки и специальная панель удара брызгозащищенная для людей, ведущих активный образ жизни. Экран выполнен по технологии AMOLED, разрешение 800 на 480 точек. Имеет хорошую контрастность, очень хорошо виден на ярком солнце. Ну и, конечно же, полный комплект фирменных приложений для Windows Phone 8, включая Nokia Город. Nokia City Lens, карты, да, навигация и Nokia Музыка. Ну да, ну и также все приложения, которые были все приложения доступны для Windows 7.5, все приложения, многие из которых Hero Apps, так называемые, уже установлены здесь, все работают совершенно замечательно. Также одной из достаточно уникальных особенностей данного аппарата является поддержка российских частот LTE. Соответственно, как только наши российские операторы будут готовы к запуску, посредством обновления по воздуху мы включим данный функционал, и пользователь сможет наслаждаться великолепной скоростью LTE до 100 мегабит в секунду теоретически.